старший спеціаліст з підбору та найму персоналу центру кар'єри Мединвест Макліцова Катерина. Катерино, добрий день вам. Керуй майбутнім. Ось тут написано. Ми з вами поговоримо ще й про сьогодення. Як ваші відчуття від перебування на території WorldSkills? Ну, WorldSkills, конечно, платформа замечательная. Дети могут познакомиться, точнее, молодые специалисты с профессиями, показать свои умения, навыки, узнать про будущее трудоустройство, задать вопросы, ну и вообще показать себя в полной мере, на что они способны. Про що питаєте найчастіше у учасників? Як людина, яка дивиться, хто буде далі працювати на підприємствах? Кого можна запросити? Ну, смотрите, все профессии, которые представлены у нас сегодня на WorldSkills, они актуальны, они очень востребованы. Это помощник машиниста тепловоза, это машинист крана, это токари, огнеупорщики, ну и все остальные, которые представлены. Помимо этих, еще достаточное количество разнообразных вакансий на всех предприятиях Мединвест Холдинга. Поэтому любого специалиста мы готовы взять, помочь трудоустроить. Также мы можем предложить, помимо трудоустройство по их специальностям, обучение. Поэтому, я думаю, мы сможем помочь подобрать подходящие вакансии любому специалисту, кто бы хотел. На что звертаете увагу, когда придивляетесь до того, кого можно запросить из участников? В первую очередь, конечно, не то, что обращаешь внимание, а они сами на это обращают внимание, на свои горящие глаза, насколько они и теоретически подкованы, и практически достаточно хорошие навыки. Они очень стараются. После разговоров с участниками непосредственно соревнований, они говорят, что они очень любят свою профессию, и они готовы трудоустраиваться и идти дальше по своей специализации. Ви говорили, що всі представлені компетенції тут на WorldSkills є затребуваними професіями тут, у Запорізькому регіоні. Якщо говорити про умови, які можуть отримати учасники, працевлаштовуючись на підприємство, які вони? Ну, смотрите, в первую очередь это, естественно, официальное трудоустройство, это стабильная зарплата. Также у нас есть индивидуальный социальный пакет, это очень важно. Он состоит из 5 категорий, и там представлены уже более 70 льгот. Каждый сотрудник, который трудоустроился в Мединвест, может самостоятельно выбрать те категории, которые ему необходимы. Также мы предлагаем обучение по данным специальностям, повышение разрядов, участие в разнообразных соревнованиях. З якої заробітної платні може починати, на що розраховувати молодий спеціаліст, який працевлаштовується до підприємств групи Мединвест? Могут начинать от 11-12 тысяч гривен изначально и доходить свыше 30 тысяч гривен. Например, приведу пример. Токари, которые представлены на наших сегодняшних соревнованиях, у них заработная плата начинается от 13,5 тысяч гривен и доходит до 33 тысяч гривен по своей специальности. Чудово. Тобто є мотивація не тільки навчатися, а якнайшвидше йти працювати. Ви відчуваєте ту мотивацію у працевлаштуванні у учасників сьогодні? Безусловно, звісно, да, тому що на підприємствах є рост, є достойні зарплати, є льготи, є корпоративні бонуси, які, безусловно, є великим плюсом, особливо для молодих спеціалістів, і не тільки. І, в принципі, рост, еще раз повторюсь. Это, мне кажется, самое важное. Рост, рост и еще раз рост. Да. Це каже Катерина, каже всім вам, каже всім учасникам, яких, я певен, запримітила тут на WorldSkills Ukraine. Дякую вам дуже. Благодарю.